Здравствуйте, уважаемые студенты. Специальности ресторанное дело, гостиничный бизнес. Дисциплина планирования ресторанного бизнеса, преподаватель Манышевича Ворот. Лекция 9. Принцип составления меню номера. План лекции. Назначение принципа составления меню. Последовательность расположения меню закусок, плит и напитков, меню-бара. Принципы составления меню. Разнообразие, сезонность. Профессионально-возрастные, национальные особенности. Блюда, включенные в меню, должны быть в наличии. Последовательность расположения меню закусок, блюда, напитков. От меню острых более острым блюдом, от отварных припущенных тушеным, жареным, запеченным блюдом. До требований. Так вот он говорит. Фирменные закуски, блюда и напитки. Холодные блюда и закуски. Выбрать блюдо собственного приготовления. Наименование ассортимента. Из мясных продуктов, из рыбной продукции, из птицы, из субпродуктов, консервы, грибные, овощи собственного приготовления, масло сливочное. Из кисломолочных продуктов, горячие закуски, грибные, рыбные, мясные, из птицы, субпродукты, овощные, грибные, яичные, мучные. По первым блюдам это прозрачные, заправочные, рыбные, мясные, овощные, первообразные, молочные, холодные, сладкие. Вторые блюда это рыбные, мясные, из птицы, субпродуктов, овощные, мучные, крупяные, яичные, творожные. Сладкие блюда, горячие, пудинг, суфле, плоды, ягоды свежие. Из напитков чая, кофе, какао, шоколад, молоко, холодные напитки, соки. Ну и гарниром это овощные крупяные из макаронных изделий. Кондитерские хлебобулочные изделия, это булочка, пирожки, пирожные, кексы, хлеб. По меню-бару идет перечень напитков и других сопутствующих товаров. Обязательно это информация, наименование напитков и цен. Порядок составления. Водка, горькие настойки, наливки, вино виноградное, вино игристый, коньяк, ликер, пиво. Спасибо за внимание.